Привет, Вия! Ну что, ты готов в школе? Да какой школе? Да смотри, не готов я ни к чему. Опять это 1 сентября тупое. Нормально там по компьютеру занимались, а сейчас опять идти в эту школу. Вообще неохота. Блин, что это? Мы опаздываем уже, да? Как обычно. Там, короче, говорят, математичку трудовиком заменили, прикинь? Что? Я сам в шоке! О, Вадик! Вадик, привет! Привет! Привет, Вадик! Там, здорово, что там? Я не помню. Че ты не помнишь-то? Че, готов в школе? Прикинь, я соскучился по школе, оператор. Дебил! И ты дебил! Встань! Не готов я ничего. Буцифа! Буцифа! Да я не хочу, не прыгай. Блин, так-то в школе нормально. А что мы тут стоим? У нас урок уже начался 5 минут. Да я не хочу с этим трудовиком, сейчас ничего. Мы опять, ой, как ли провели лето. Да мы Скрягу ждем. Да, кстати говоря, ты в курсе, что к нам Скрягу-то перевели? Да? Да, вот он идет. Вот он. Да блин, зачем его к нам перевели? Скряга, yeah, здорово! Yeah. С 1 сентября тебя! Здорово, двое! Скряга? Кто, двоечник? Yeah. Скряги одни шестерки из пяти, мы ставят еще с запасом. Ладно, погнали на урок, а то там еще трудовик сбесится. Так, Вия, 1 сентября, ты мог бы хотя бы сегодня не опаздывать? Да, мы не опаздывали, а? 10 минут целых! 10 минут целых! Целых 10 минут у нас уже идет урок! Да вы на часы-то посмотрите на мой. Помолчи, выйди и зайди нормально! Да блин, я со Скрягой разговариваю. Ты че, это Роман Александрович, он вообще, вообще строгий. Ладно, такой Роман Александрович. Это трудовик. Скряга, ты потише себя веди, это трудовик, он вообще. Просто ты вообще не видишь. Тихо, ты не знаешь. Понял, да? Понял. Да у тебя нормально, все, уже урок идет. Роман Александрович, можно уйти в класс? Проходите, садитесь. Кто там ворчит? Проходи, садись. Пошли за последнюю, что тут садиться, как лох, пошли за последнюю. Ха, нас сзади-то никто не спалит, можно скатывать вообще. Так, где там с дружком на галерке? Чё, Роман? У нас так-то здесь куча мест свободных, давайте подходите, подходите. Чёрт. Не ржать, скорее сюда. Роман Александрович, можно хотя бы на вторую, я не знаю, на первую-то это... Я по тебе соскучился, так что садись ко мне поближе. Ё-моё. Из-за тебя. Ну заткнись, это ты, блин, надо было потом на перемене пересесть. Итак, как вы знаете, Галина Ивановна от вас ушла. Со словами, что вы самый худший класс в мире. Так вот, теперь я, ваш классный руководитель, буду учить вас уроку первому математике. Трудовик, математик, что запрет? Кто готовил домашнее задание? Кто сделал домашнее задание? Чё, какая домашка? Так, Полина, молодец, там, конечно. Там одно упражнение всего было. Так. Ты сделал, дай скатаю быстро. Вот же замечательно. Чё? Полина, молодец. Пойдем по рядам, посмотрим, у кого у нас еще что есть. Так, давай чё заберемся. Че ты делаешь? Вия. А. Это не А. Это УО. Где у нас домашнее задание? Да я сделал, только в другой тетради. В какой тетради? В его тетради? Да? Это я сделал. Нет, это моя. Это моя. А ты докажи, что твоя. Так, проверим. Надо просто проверить. Дайте-ка сюда. Надо просто проверить. Вот, смотрите, Роман Александрович, вот проверяйте, кому подписано, кем подписано. Тогда скажите мне, какой ответ? К чему? К домашнему заданию. 6? Больше тебе не съесть. 2! Черт, как это 1 сентября, 2! Ну что, одного двоечника мы уже обнаружили. Давайте подумаем, кто у нас еще. О! Игралкин! Скряга! Yes. На доске! Это кто говорит сейчас? Не пойму. Скряга! Yeah. Не пререкайся с учителем! Иди к доске! Давай будем проверять твое домашнее. Ладно, ладно, дядь Рома! Иду. В руки! Мел!
Неуклюжий ты какой, а? Так, вот это чему равно? Х квадрат равно 9. Скряга тупой, а? Он же качок, он вообще ничего не соображает. Чему равно х? Вот, равно. Х у нас квадрат, скряга, квадрат. Мне надо просто х. Ну, примуриваешься, да? Уже почти единицу наковырял. Х равен чему? Чему? Понятно. Идем дальше, дорогой. 3y плюс 9 равно 15. Чему равен y? Y? Я не знаю, тут это просто 39. Я так понимаю, что ты скряга тупой. Сложнейшее равенство тебе решать не придется. Да что? Это вообще чепуха. Ну, х. Чему равен х? Удиви. Единица. Ага, конечно, сейчас. Ага. Я это все знаю. Да ничего ты не знаешь. Роман Александрович уже неправильно решил, да? Действительно единица. Че? Скряга. Сильный и умный. Ну так-то да, единица. Ты знал, ты готовился? Да, я готовился всю жизнь. Садись 5, браво! В смысле 5? В смысле 5? Ну, и так как у нас класс разделился на отличников и двоечников, как Виа, да? Я вам, пожалуй, зачитаю теорию. Свойства квадратных корней. Взяли ручки и записываем больше. Всего это касается Виа. Свойства корней. Корней. До сих пор мы осуществляли над числами 5 арифметических операций. Сложение, вычитание, умножение и оператор? Правильно, деление. Деление. Странно, тебя мама назвала оператором. Это не оператор. Я вообще не знаю, кто это. А что в нашей базе делают? Так, тишина. Возведение в степень. Причем при вычислении активно использовали различные... Причем при вычислениях активно использовали различные свойства этих операций. Например, ты чё? А плюс Б равно Б плюс А. Ты чё? Отвлекай нашу лучшую ученицу. Понял, что она лучше. Нарядилась на 1 сентября, так, ну, знала, что трудовик классно достал. Да, тишина. В этой главе введена новая операция извлечения квадратного корня из неотрицательного числа. Так, Виа, покажи-ка мне, пожалуйста, отрицательное число, о котором мы сейчас говорили. А это у тебя что такое, что ты записал? Корень, что такое, я записал. Продолжим дальше. Корень у нас как пишется, ну-ка покажи. Так. Правильно. Слушай, ты что? Ты что, ботаник, что ли? А это у нас в ботанике. Это в ботанике. Двух неотрицательных чисел равен произведению квадратных корней из этих чисел. Да, Миа, что опять? Можно в туалет, Роман Александрович? Что так сильно приспичило? Вообще не могу, да. Ладно, давай иди уже, только быстро. И не попадайся там в коридоре никому на глаза. Аля, можно? Ну, у тебя и голос, скряга, конечно, можно, иначе от этого голоса я схожу в туалет, давай. Да. Где ты, дурачок, Виа? Ты что сюда приперся? Ты что делаешь? Ты что? Вот мы и встретились с тобой в школе. Пошел! Yeah!
делаю часового. Давай, пошел, куда? Ты вышел в туалет только ради этого, что ли? Может, когда не будешь таким же умным, как Скряга, я домой пошел. В смысле? Пока. Ты что, офигел? О, а что так долго-то? Класс! Смотрите-ка, у нас урок уже подошел к концу, а Виа у нас только пришел. А где дружка-то своего забыл, Скрягу? Он сказал, что домой пошел. Куда это домой? Он сказал, не будет вас слушаться, да и домой... Обманываешь, Виа? Вот, вернулся а человек. Покажи меня вам, Виа! Что за один шанс на спирту, да? Тишина! Продолжим урок. Скряга, покажи цель этой школе. Работаем. Скряга самый крутой в школе. О, звонок! Звонок, все! Да, звонок для учителя! Так а чё, перемена же, Роман Александрович? Перемена первая началась для Полины, а для вас домашнее задание. Ну, чё там опять задать? Нам ещё машину прогреть надо. Роман Александрович сам эти примеры решал, только нам задавал. Ну чё, Вадик, как дела? Нормально. Нормально, да? Ну на машине идём сегодня кататься, нет? Какой машине? Ты видел, сколько задали домашки и вообще? А чё это? Слышь, пойдешь это на машине кататься? Че, подожди? На машине. Ну, какой хочешь. Борис. Да ты че, борзел вообще? Ты че, Скряга, вообще берега попутал, а? Ты хотя думаешь, в туалете не размотал, и тут не размотаю? Что, ты баканул? Я не понял, ты баканул? Я вон из тебя разорвлю. Ты задолбал меня уже, Скряга, а? Кто его позвал к нам в класс вообще? Ну что там? Ты не обращай внимания, уже не слышишь? Это дружеские у нас отношения такие. На машине тебя прокатить? Тебе сколько лет-то? Какая разница? У меня есть кабриолет красный. Вон, видеоролик посмотри, если не видела. У тебя нет прав, не поеду. Красный кабриолет. У тебя нет прав. Ты любишь побольше, да, я смотрю? Может, на буханке хочешь покататься? Нет, я не хочу, но у тебя нет прав. У меня есть буханка. Давай просто погуляем. Хочешь в лес? На бездорожье, а? Ты вообще подкатывать не умеешь, девчонкам, что ли? А чё, ты у нас мастер подката, да? Да, я бы... Напишите в комментариях, как правильно подкатывать к девчонкам. Ну и ладно. Да и нафиг эти девчонки, пойдём в лес. Пойдём. До гаражи, может? Так, класс, а что мы второго звонка не слышим? Как на перемену они слышат? На урок! Как слышать-то, если звонок для учителя? Вот он для вас и прозвучит. Эй, я домой, срочно мама позвала на эти... Давай, только. Куда он опять пошел? Не знаю. Роман Александрович, я вот сейчас хочу пожаловаться. Как бы вот. Ну говори. Только вот Скрягу, он реально сейчас ушел с уроков. Че ябедничаешь, а? Я не ябедничаю, но реально Скрягу ушел. А, стоял? Да, нормально, наш учитель, да. Опять врешь, Мия, опять врешь. Скряга повсюду. Ты еще и стукач. Слабый стукач. Не умеет подкатывать девчонкам, да он аутсайдер. Тот здесь самый крутой Скряга. Ну так, с математикой закончили. Переходим к уроку... Что? Правильно. Труда. Это что, ты... поводом, что ли? У этого трудовика поставишь. Труды. А для самых умных объявляю. Сейчас у нас первое... Это рабочая контрольная работа. Чё? Да. 1 сентября. Поставим-ка мы ящики. Чего? Пойдем. Да блин. Как 1 сентября контрольная работа? Погнали без разговоров. Ну что, первое задание. Давайте поработаем немножечко, да? Вот вам коробки надо унести. Кто сколько уносит коробок, тот ту оценку и получает. А если ноль? Две коробки, два, сам понимаешь. А ноль, если я не буду брать. А чё, пятёрка? Подожди, это уже на второй год. А, так это за меня ещё. Это ко мне.
В смысле? Так что за фигня? Это, Роман Александрович, да не буду я коробки таскать за оценки. Да что ты? Как это? Так, труд из человека сделал обезьяну. А что у меня два? Почему у меня два? У тебя два! Почему два? Вадим, флаг двоечник! Пошел вон! Тройка будет! Мне тоже тройка тогда будет, я хочу четверку! Все, такой вот, да, значит ты! Ну, друзья мои, первое задание пройдено, вот ваши оценки. Шлак! Когда будем исправлять? Да не буду я исправлять, Роман Александрович! Как это не буду? Что за бред? Какие-то коробки? Как это не буду? Роман Александрович! Да? А че она, это, вот эта рыжая, почему и... Ей тоже двойку ставьте? Да, у нее очень двойка. Девочки у нас будут вышивать крестиком. И че? А коробки носить мужская обязанность, да. Роман Александрович, так а что за ерунда? А где-то что жизни, такое? Где-то в жизни не хочешь коробки таскать? Помолчи. Коробки не хочешь таскать? Значит, нет, машину мне починишь. Угу. Умеешь обращаться с машинами? Да. Товарища найдешь там? Гайки подергай. Да, он подергает. Ну ладно, все, 1 сентября делаем полегче. Все-таки праздник, день знаний, поэтому сегодня остальные уроки отменяются домой. Роман Александрович, да. У нас еще 7 уроков после вас, и все 7. А ты у нас самый умный, Вадим. Так, Вия. Я так понимаю, кому-то в медпункт. Да? А все остальные свободны? А все остальные свободны. А, спасибо, Роман Александрович! Блин, ну и 1 сентября, конечно. Две двойки, там еще коробки потаскал. День знаний, праздник, ага. Вот поэтому я школу и не люблю. Каждый день такая фигня. Еще я сейчас классный трудовик, это где видано вообще? Блин. Напишите вы в комментарии какие-нибудь свои веселые истории школы. Я обязательно почитаю, самые интересные отмечу сердечком, а кто-то, возможно, попадет в наши будущие видеоролики. Так что не стесняйтесь, пишите ваши комментарии. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, нажимайте сердечко и лайки ставьте, чтобы подобных веселых видеороликов было больше и больше. А с вами был я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Погнали с этой школы! Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть.